Сегодня меня ждет вот такая машинка. Будем снимать ему дифференциал переднего ведущего моста. Сейчас будем разбирать вот это все дело тут. Снимать колеса, решеточки эти все. Интересно. Так, у нас тут все снято, разобрано. Даже новые привезли. Сейчас будем устанавливать на машину. Итак, по прошествию 8 часов у нас работа завершена. У нас новый мост. Все на местах. Машина готова в рейс. А мы готовы к новым клиентам. Без 15:07 мы едем в соседнее село на работу. Так, сегодня нарушаем традицию Starbucks. Сегодня заедем в Black Rock. Так, я приехал на работу. Меня встречают закрытые ворота. Шлагбаум. Побывали на дилере, купили немного запчастей. Так, 8 подушек готовы к установке на автомобиль, но это будет завтра. Сегодня настало время вот эту кучку подушек воздушных поставить на вот этот красивый трак. Здесь у нас есть 8 подушек, которые подлежат замене, так как одна вообще заглушена, лежит. Несколько недель назад здесь заменили задний, вернее, Front Drive Axle Differential. Вот, сейчас уже сделал он несколько рейсов с этим. И продолжаем ремонтировать этот трак. Также заказал вот эти промежуточные брекеты, которые держат вот эту тягу. Первая подушечка снята. Ржавчина немного зачищена. Сейчас ставим новую. Окрашена поверхность. Все, черная краска рулит. Ставим подушечку. Ставим новые гаечки, новые болтики. Все, чтоб радовался клиент. Вот что делает чудотворная ржавчина, как распирает. Лопает шайба. Лопает болт. Будем менять на новые. Работа по замене воздушных подушек завершена. 8 штук установили на автомобиль. Так, осталась кучка мусора. Вот, после 20 лет эксплуатации подушек они поочередно пришли в негодность. Вот здесь расслоение резины, здесь какие-то потертости были. Вот некоторые подушки проржавели сверху, потихонечку бежали. Ну все, здесь только гайка может быть нормальная и шайба, и то не открутится. Да,
Также у нас тут появился новый клапан. Все нормально. Сегодня занимаемся ремонтом. Занимаемся ремонтом трансмиссии. Сегодня все разобрано. Прикупили новых запчастей, все шестеренки, все, что тут надо менять, подшипнички, прокладочки, все у нас имеется в наличии. И начинаем снимать кино. Смотрите вот эту всю сборку на YouTube-канале. Так, подписываемся на YouTube-канал LA Service и следим за движениями.